Ребята, всем привет! Вы на канале Принцесса Андреевна. Сегодня я буду делать снеговика. И там такая штучка будет, и там можно положить какую-то записочку. И, ну, и оно будет держаться. Смотрите, нам будет надо пластилин. Вот это будет шапочка. Вот это будет курточка. Это будет понадобиться. Ну и вот это место белое. Дальше нам понадобится еще вот эти Нам еще понадобится для подарочка, нам будет с ним вот такая. Это будет все такой подарочка. Ну и подарочку будет такой пластилин. Разноцветная коробочка. Ну, очки всякие. И еще последний колпачок. Ну, можно и резиночку. А что он не ставит? Ладно, без резинки обойдется. Так, из этого всего мы будем делать снеговика. Крутого снеговика. Берем волшебную. Я так подумала, что еще можно положить. Ну, я положу как стирачку. Берем нашу волшебную коробочку. Это нам не надо. А вот это мы возьмем и кинем. Так, теперь оставляем на час, ну как получится, или на полчаса. Наверное, на полчаса. Закрываем и идем. Ну вот, прошел час. И открываем нашу коробочку. Посмотрим, что у нас получилось. Мы сюда положили пластилин, колпачки, мусор даже. Давайте откроем. Вот вам и снеговичок. Вот такой снеговик красивый. Стоп, а где делался мусор? Ребята, ладно, всем пока!